Сегодня вторая часть ремонта Mazda 6. Пришел генератор. Пришли ролики. Будем менять. И также ремень. Вот у нас генератор приехал. Упаковочки. Вот сюда. Тут наши ролики. Так, и также приехал ремешок. Пойдемте. Теперь пойдемте смотреть на тачку. Вот у нас геник. Так, там ремешок. Поменяем сразу ролик. Все поменяем. Что нам надо сейчас сделать? Нам надо сейчас снять колесо и снять защиту снутри, чтобы освободить ремень. Поедем. А в первую очередь не забывайте скинуть клемму минус или плюс, без разницы. Все, погнали. Короче, сняли колесо. Вот они, защиты. Вот арка. Вот тут идет защита. Она идет так вот вниз сюда. То есть открутили. И просто ее повернули и загнули, получается, сюда. Потом снимаете вот эту защиту. Пластиковую. Вот где она стоит. И вот я уже ключ вставил. Это натяжной ролик. Просто поворачиваем ключ. Вот так вот. Вот видите, ремень отстал. Вот ты стал. Вот отстал. И все. И так. И стаскиваем ремешок. Все. Ничего. Вот отсюда можно растащить. И как бы все. Все. А не, он сильно ушел. Короче, надо будет полностью вот так вот вытащить. И будет все бенч. Все. Так, что у нас тут ремешок? Снимем полностью, берем сюда ремень, чтобы он нам не мешал. Ну, пока его в сторону можно убрать. Снимаем этот ролик. Снимаем этот ролик. Ну, сначала откручиваем. Наверное, пойдем снимем генератор. А потом уже поменяем ролики. Все. Так. У них липухи налеплено. Ёп. Сварка оторванная. Ладно. Короче, снимаем патрубок. Он будет нам мешать снять генератор. Нам бы его просто... Какого-то говна нету. Так, нам его просто в сторону. Значит, снимаем вот это. Так, снимаем. Патрубок. Побежит, зараза, пока бежит. Какую-то сову добавим. Все страшно. Иду сюда. Все убрали. Как бы место стало чуть-чуть побольше. Так. Ну, в принципе, нужно везде подлезть, залезть. Там у нас, короче, внизу кронштейн стоит еще. Мы его сейчас аккуратно снимем. Потом руки не подрать об него. Короче, вот он, кронштейн. Болт на место поставим. Чтоб типа так и было. Я шучу, конечно. В основном там, честно,
Может, он какую-то защиту держал здесь. Но на данном этапе он ничего не держит. Потому что все поломано, все защиты. Все. Так, все. А, блядь, отдай. 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 Идем гулять. Отдай. Идем гулять. Отдай. Идем гулять. Собака дикая. Болт на месте. Так, дальше у нас идет. Все на улице делаю. А пока все. В офисе ничего ремонта нет. Так. У нас дальше идет. Два болта. По-моему, на 14, да? Короче, головка на 14. Снимаем, откручиваем. Верхний болт. Вот. Погнали нижний. Нижний подольше придется крутить. Так, пробуем доставать нижний. Пошел уже от руки, сука, такой же. Такой же. Карапуз. Человек, между нами тает жир. Вместо колы пьем мы кефир. К лету надо сбросить вес. А пока я тяжеловес. О, блядь. Теперь же как-то надо достать сам генератор. Да. Вот так вот раз. И все, и он достался. Вот он, Геник. Все, коробок. Так, погнали. Так, все одинаково. Одинаково. Ну. Сильно ебаться снизу откручивать. Нахуя чего интересного. Надо воспользоваться моим способом открутить топливные трубки. Как это сделать. Все. И вот он на месте. Открутим вот этот раз-два трубки. Чуть-чуть приподнимаем систему. И все у нас сервис будет. Все. Так вот у нас вот. Все. Клемма на месте. Дальше. Разворачиваем его. Опа. Нижний на месте. Мы возьмем трещоточку. Ну, трещоточкой можно пойти. Так, и верхний болт. Опа. Вот так вот. Пока втулки разведены. Шланг. И как раз ни в тему, ни в масть. Да ёб. Тык-тык-тык. Вот так вот все. Так, по шурику сейчас быстро соединяем топливные трубки. Так. Делался. Короче, ребзя, кто хочет по шурику поменять
генератор, не надо снимать. Блять. О, забыл. Блин, и я забыл. Ёб твой, кондиционер. Компрессор кондиционера снимать не надо. Просто, блять, сняли трубки топливные, отодвинули все. Чтоб ничего никому не мешало. Высунули. Так, все, втулки на место сели. Так, еще раз. Не надо снимать защиту, не надо снимать компрессор кондиционера. Просто снимаем патрубок. Вот этот вот тосоло. Откручиваем отсюда вот крепление. Трубок. Снимаем трубки с топливной. Все это выдергиваем. Чуть-чуть все как бы. Так. Вязать. Ставим на место. И потом вот это все закручиваем. Ну, в принципе, все. Геник стоит. Сейчас будем поменять подшипники и ремень. Так, тут все собрали. Нальем водички. А, поставим вот эту гайку. Ну, попозже. Короче, нам надо ключ. На, не, 14. Не, нету. Блять, куда его дел? Шайбочка. Так, а там гайка получается в пазы заходит. Если я не ошибаюсь. Да. Вот так вот она заходит. Замечательно заходит. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. И выходит. Так. Ой, вышло. Ёпта. Так, новый ремешок. Тут вытягиваем. Где вот эти неудобные? Ёпта! Вот, ну не хочу я защиту снимать. Я же еще раз говорю. Так, все, сняли. Таким же макаром. Через трубку. Что сделать, парни? Это туда наверх. Не хочу. Смотри, какая, блядь. Ну не хочу, нахуй. Сейчас подожди. Я подожду еще чуть-чуть. Вот так.
Шайтан какой. Так, я там вижу. Чик-чик-чик-чик-чик, иди. Тут ручки зажали. Блядь, ёб твою. Это хуйня. Так, опа. Опа. Поехали! Все поджали, все стоит, все на месте, все красиво. Сейчас попробуем запустить. Сейчас будем запускать. Все работает. Все чики-пики. Чики-джаз. Все чики-пики блюз. Все вращается, все крутится. Метр. И плюс сюда, минус сюда. Смотрим, 14.02 на холостых. 13.09, 13.05. Все работаем. А было 13.6 и полностью в ноль падал. 13.6, да, может быть регулятор напряжения, но на никто их перепаивать не будет. Все, есть у нас четкий заряд. Покатаемся, попробуем. Ладно, собираем колесо и будем пробовать. Прошу прощения, чуть грязный, ну ничего, помазал. В чем была причина? Причина была в том, что пропадала зарядка, загорались схема стабилизации, чек загорался, блядь, и зарядка вновь появлялась, оно, все это, ошибки все горели, блядь, зарядка была 13, 13.2, 13.6. Сейчас на холостом у нас 14, сами видели, все нормально, не пропадают, все работает, машина работает, ролики не скрипят, все чики-пики, все жужжит. Короче, все, сейчас умою фейс. Ну все, придется мыться целиком. Все, народ, вроде умылся, маза сделана. Это была вторая часть ревиза у Мазды. Просто люди заказали генератор, он пришел через 2 дня. Первую увидели, ревиза сделали, турбину сделали, то сделали генератор, все сделали. И будет еще небольшая часть. Только когда придут сальники форсунок, будем менять сальники форсунок и будем менять, скорее всего, кольца эти медные, пламя-гасители, как еще называют. Снимать будем крышку, снимать будем форсунки, но это будет чуть дальше, может перед этим еще какие-то машины будут, это будет третья часть Мазды. Все, вторая часть подошла к концу. Подписываемся, ставим лайки и смотрим дальше.